Телеканал КРТ представляє. От якщо ми подивимось не тільки на українські компанії та імпортерів, експортерів, а якщо навіть на корпорації закордонні, які теж не сплачують в Україні податки. Вони фактично працюють в Україні, але не сплачують податки. Наприклад, корпорація Google. Ми бачимо, що в Європі є спроби примусити ці корпорації платити. І це вже спричинило скандал, тому що Трамп вже із океану кидає блискавки та говорить, що я вам забороню імпорт вина до Сполучених Штатів, якщо ви нам, наші компанії, будете обкладати податком. Я так розумію, що по логіці Трампа повинні ці компанії податки сплачувати саме в Америці, а не в якісь там інших країнах. От яким чином в нас в Україні от такі гігантські корпорації примусити платити податки? Вони фактично тут працюють, заробляють. Чому вони не платять податки? Смотрите, мир переходит в цифровые технологии. Если буквально там 10 лет назад при слове «электронные деньги» все боялись и как бы, ну, были насторожены. А да, теперь криптовалюта, мы даже даже тут есть. Да, и первые биткоины все воспринимали как какая-то афера, а сегодня многие люди, там, кто в каком-то в золоте, кто в долларах, кто в евро, кто в биткоинах или в других цифровых деньгах, ведет свой бизнес и достаточно успешно, и они котируются уже на рынках как нефть, как газ и все остальное. И нужно, конечно, кабинету министров, прежде всего кабинету министров, очень пристально на этот рынок смотреть, потому что действительно две составляющие, которые государство должно учитывать, это антимонопольные составляющая и налоги. Я бы вот тут с двух сторон бы подошел, потому что если мы говорим за тот же Google, то Европейская комиссия оштрафовала Google за антимонопольные нарушения на 5 миллиардов. А если мы говорим за налоги, то начисление штрафов там в районе 2,5 миллиардов в Европе. Да? То есть в целом претензий было на 7,5 миллиардов. Я сторонник того, что у нас тут есть представительство, да, и Google, и Microsoft, и Фейсбука и других социальных ресурсов и крупных компаний, с ними нужно начать диалог, с ними нужно выводить в уровень законопроектов, потому что это же компании наукоемки, это компании, которые влияют на жизнь каждого человека. И, наверное, на политику. Да, на все, упадки. Конечно. Ну, у нас последние выборы. Вообще Трамп выиграл за счет именно использования качественного интернет-носителей. И наш сегодняшний президент тоже основная доля успеха была за счет правильного использования социальных сетей и интернет-ресурсов. Поэтому с этими компаниями нельзя рубить там с плеча. Вообще экономика не предполагает резких движений. Вот это как слон в посудной лавке. Это не про экономику. Но должен быть законопроект, должна быть дискуссия, должны предлагаться эти компании, потому что, ну, начиная даже, когда мы говорим там про интернет-магазины. Ведь задача власти – обеспечить, чтобы все участники рынка играли по одинаковым правилам. И когда вы приходите в сеть «Фокстрот» и покупаете холодильник в магазине, платите при этом ПДВ, в том числе ПДВ, и плательщиком ПДВ является Фокстрот, платит по результатам отчетного периода и платит все остальные налоги, то по интернет-магазину зачастую вам привозят без товар, да, получается какие-то там, если по безналу, так на ЧП, потому что никто не видит оборота данного ЧП, да, или просто там кэшем рассчитались, гарантийный талон получили и все остальное. Поэтому это в неравные условия рынка. Поэтому интернет-магазины должны быть зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость. Что касается вот таких крупных игроков, то есть у нас пошли фискализировать ФОПов, да, физических ФЛП, физических лиц предпринимателей. Пошли фискализировать, пошли ухудшать их условия. Нет, вы
начните с крупного бизнеса, вы не трогайте людей. Крупный бизнес, который представлен в интернете, должен быть зарегистрирован как плательщик налога на добавленную стоимость. И каждая транзакция такая, что вот если я захожу что-то покупать, вот этот стол, да, в интернет-магазин, то на удаленный доступ должен быть, например, у Министерства финансов или у налоговой службы. И копия этой транзакции должна фиксироваться на сервере либо налоговой службы, либо Министерства финансов. Это приблизительно то, что происходит с лотереями, когда вот они были легальные, украинская национальная лотерея или Молодь Спорт Лото, МСЛ, да, то там Минфин фиксирует каждую транзакцию. Поэтому и тут все, что касается интернет-торговли, должна фиксировать, пожалуйста, это твой бизнес, но он должен вестись на таких же правилах, как, как в магазине. Вот и все. Аналогично, я закончу, аналогично так, с Гуглом, аналогичная ситуация. Они представляют какую-то рекламу, они должны за это платить. Они представляют, ведь они ведут деятельность на нашей территории. На нашей территории у них точка доходности. Да? И если мы смотрим рекламу чего-либо тут, но мы являемся потребителем этой рекламы как продукта, да? И потом, как следствие, потребителем того, что они рекламируют. И получается, что мы сегодня скачиваем фильм, например, за каких-то $10, и эти $10 уходят, как вы правильно сказали, туда, в Калифорнию. Очень хорошо. Мы рады за Калифорнию, что Калифорния сегодня самый богатый штат Соединенных Штатов. И если взять отдельно, это 7-я экономика мира. То есть бюджет Калифорнии равняется бюджету Франции. Прекрасно. Ну, давайте подумаем о бюджете Украины. Если гражданин Украины скачивает фильм за $10, то пусть в Калифорнию идет 8, да? А $2 налог на добавленную стоимость, который уплатил наш гражданин, наши деньги на территории Украины, у нас смотрит фильм, эти $2 должны поступить в бюджет Украины. Потом поговорим о налоге на прибыль. Но с чего-то надо начинать. Вот и все.